В Ишиме в этом году благоустроят еще два общественных пространства. Работы проведут в рамках нацпроекта «Жилье» и «Городская среда». Так, за последние три года на пустырях в залинейной части города появились бульвар Белоусова и сквер Первомайский. В центральной части благоустроили двор в районе дома номер 37А и построили сквер Молодежный. Сделали площадь для проведения массовых мероприятий с открытым амфитеатром, а также детскую площадку в эко-стиле. Изюминкой стала галерея молодоженов. Открытая конструкция для прогулок и фотосессий. Как только открыли музыкальную школу, здесь еще были заросли, кусты. В общем, как говорит народ, место было заброшено. И была небольшая тропинка до спорткомплекса. Всегда хотелось, наверное, какой-то уют рядом с музыкальной школой, и его обеспечили, сделали прекрасное место. Я приехала из Тюмени, я там проживала. И приехала, для меня это было такой неожиданностью, просто приятное впечатление. Шикарный сквер. Молодежное место, летом здесь с детьми отдыхают. Это зона фотосессий, то есть и молодожены, и просто семейные пары приходят здесь фотографироваться. Жители Ишима принимают активное участие в голосованиях и решают, какие объекты нужно благоустроить. В этом году мы будем к Шаронова 16А, у нас условное название территории благоустройства. Там есть пустырь заброшенный давно уже, приведем его в порядок. Ну и победитель всероссийского конкурса, у нас проектная документация на экспертизе. Мы должны будем к началу строительного сезона проторговать объект. Это, конечно, наша березовая роща. Березовая роща в 14 гектаров находится в юго-западной части города, на территории школы номер 7. По проекту здесь проведут санитарную очистку от порослей и старых деревьев, обустроят зоны для спортивных занятий и тихого отдыха горожан, велодорожку и пешеходные тропы. Построят кафе. На воплощение идей выделено 160 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.